Здравствуйте, недавно пересматривал ваши январские прогнозы по окончанию горячей фазы войны. Хотелось бы узнать ваше текущее мнение по этому поводу. Спасибо. Оно не изменилось. Мое мнение именно то, что у нас есть шанс на успешное контрнаступление, и к концу года или к осени этого года мы можем закончить горячую фазу этой войны. Есть такой шанс, остается. Надежда, как говорится, умирает последней и является самым стойким чувством человека. Поэтому мои прогнозы абсолютно не изменились. Я надеюсь, что к осени мы можем выполнить большую часть задач, а дальше не исключаю варианта вплоть до того, что либо быстрого решения вопроса освобождения наших территорий до конца года, либо, допустим, либо это второй вариант может затянуться, и тогда мы будем готовиться к новому весеннему наступлению для окончания решения военным путем вопроса освобождения наших территорий. Ну, третий вариант, самый идеальный, это отступление российских войск с нашей территории под нажимом наших сил обороны Украины, под огневым воздействием наших сил обороны Украины. Так что все прогнозы остаются без изменений. Все покажет бой, все решит поле боя. И мы говорили эту фразу в начале войны, сейчас немножко ее подзабыли, но реально все, на все вопросы даст ответ солдат, пехотинец на поле боя. Так что ждем контрнаступления, оно должно состояться вот-вот, уже, как сказал главный разведчик, в любой момент может начаться контрнаступление. Ну а президент нам четко определил, что планы и даты уже все определены по контрнаступлению. Поэтому ждем. Самое тяжелое в нашей профессии — это ждать.